Однажды сталевары 9-й печи стали на смену на 2-й агрегат, бригада которого постоянно отставала. И в эту смену металл был сварен с опережением графика. Плавку вел Григорий Яковлевич Горбань, доказавший, что не в особых условиях и не в дополнительных материалах причина скоростного сталеварения и высокого качества металла на 9-й печи. Она в другом. Производство стали, труд коллективный. В нем задействованы сотни людей. Это шахтовщики, машинисты разливочных кранов, заливочных, машинисты завалочных машин и, естественно, сталеварские бригады. У нас на печи работает 4 бригады. Первую бригаду возглавляет Владимир Шурда, вторую – Дмитрий Мануйлов, третью – я и четвертую – Виктор Мазурик. Все эти бригады очень дружные между собой. Так как нам приходится варить плавку, передавая ее друг другу, иногда плавки участвуют до 3 бригад, поэтому мы стараемся друг друга не подводить и сдавать смены как можно лучше. Но опыт нашего коллектива, он распространился уже у нас в цехе полностью. У нас между 8-й печью и 9-й печью идет негласное соревнование. Коллективы и 8-й, и 9-й печи стараются работать как можно лучше и выплавить как можно больше металла. Самое главное в мартеновском производстве – это организация труда. Организация труда на шихтовом дворе, организация труда на печном пролете. Вся эта работа находится в ведении нашего мастера производства Валерия Федоровича Мандзюка. Валерий Федорович очень хорошо обеспечивает коллектив бригады всеми шихтовыми материалами, полировками. Но у каждого сталевара, как говорят, есть свой конек. Один любит проводить хорошо завалку, другой хорошо греет. Третий хорошо полирует. Мне нравится очень полировка. Заправка, завалка, прогрев и заливка чугуна прошли организованно. В этом случае, если мы быстро расплавим и хорошо и коротко отполируем ее, получается скоростная плавка. Средняя продолжительность плавок на 9-й печи самая короткая. Thank you.
Столивара определяется борьбой за минуты с первых периодов плавки. Григорий Яковлевич Горбань экономит первые минуты уже во время заправки печи. Так, заправку задней стенки он производит в период выпуска предыдущей плавки. Подготовка к последующим операциям ведется заранее. В период завалки готовится бункер для подсыпки порогов, заправочная масса, шлаковозы меняются заранее. Почерк Григория Яковлевича Горбаня опытному человеку виден сразу. Так, в период полировки Григорий Яковлевич старается срить максимальное количество шлака, так как большое количество шлака ухудшает теплоотдачу, и металл плавится дольше. Горбань всегда полировку плавки начинает, не дожидаясь химанализа, ориентируясь по цвету металла и характеру искры. Порой приборы определяют температуру металла хуже, чем глаз Григория Яковлевича. Григорий Яковлевич, нравится. Столивар — это тот же капитан команды. Григорий Яковлевич нравится мне своей дисциплинированностью, умением довести плавку до конца при любых обстоятельствах, в любых сложных условиях. Бывают такие случаи, что плавка сидит плохо, и как в спорте нужно самого себя отдать этой плавке. У нас бытует такое выражение — вырвать эту плавку. Ну, Григорий Яковлевич может как бы вдохновить нас на эту плавку, своим примером показать, как нужно работать. Он учит нас также еще заранее предвидеть на час и на два, что может случиться на работе. Я считаю, что столивар должен быть не только хорошим практиком, но образованным, хорошим специалистом. Причина Григория Яковлевича Горбаня заключается в следующем. Наивысшее качество продукции можно получить в том случае, если на всех переделах производственного цикла будет производиться продукция только высокого качества. Рудное сырье и топливо, агломерат для доменных печей, чугун для сталеплавильных агрегатов, сталь для прокатных станов должна соответствовать этому. Дальнейшим развитием этого почина явилось распространение его на межотраслевую кооперацию. От металла высшего качества машинам с почетным пятиугольником. Этот почин даст народному хозяйству большой экономический эффект.